Всем привет, с вами ДДС, и начинается летсплей по Террарии 1.4. Она вышла только что, но одновременно она вышла месяц назад, потому что я это видео выложу только в каких-то 18-го, что ли, числа июня. Короче, так вот. Тут со мной Виталик и Андрей. Мы втроем играем. Всем привет. Теперь мечи можно вот эти короткие направлять их удары. О, кстати, да, я вообще забыл, кто играть, забыл, что деревья надо рубить. Блин, мы играем в Master Mode, поэтому будем умирать примерно раз в 2.5 минуты. Надо сразу построить оплот безопасности. Да. Вот. А теперь не собираются. В описании говорили, что только безумцы будут играть в мастер мод. Да. Да, поэтому посмотрим. Скажи на escape, когда на escape нажимаешь, у тебя сверху свечивается ачивка, которая показывает... Это так сделать. И прикольно, что когда умираешь, написан таймер, обратный отсчет, сколько до возрождения. Это очень тоже прикольно. И ты срубил дерево не полностью. Мне упал априкот с дерева. А-а-а. Ебой! Бенч! Ensemble material, minor improvement to all stats, you will appreciate this increases life generation. Да, minor. Подожди, кто тебе еще раз... Как он называется? Абрикос дерево выпадает. А, абрикос. Прикольно. У меня только желуди выпадают. Мне вот выпал с верхушки, я вот когда только начал рубить... О, тут теперь на гробах написано дата смерти. Так, а у меня написано, что следующая ачивка это Temple Raider. Потому что у меня все остальное уже получено, теперь все, я сделал верстак, пора идти в джунглевый храм. Почему тут дерево стоит? Интересно, сколько мы продержимся в этот раз? В смысле, все втроем. Андрей, смотри, прикол, как теперь можно делать. Что ты делаешь? О, у меня абрикос тоже. Ты можешь сразу менять блоки. Грейпфрут. Валяет кирка. А, мне грейпфрут выпал, интересно. Так, я предлагаю еще засадить это место. Куда-то вы очень далеко ушли. Я думал, мы прямо на спауне будем дом делать. Да на спауне мы собирали дерево, у меня 500. А, у меня 307. Сейчас я посажу быстренько. О, чевряк. Я предлагаю не прямо на спауне, а чуть-чуть слева. Чуть-чуть, потому что иначе мы будем спауниться и ломать стены. Я просто не хочу, чтобы у нас тут кладбище спаунилось прямо на спауне. Поэтому я предлагаю вот здесь, где-то верстак поставил, идеально. Да. По сути, гробы-то сломать можно. Да, я ломаю гробы. Я просто не знаю, как это работает, от смерти или от гробов. От гробов. То есть, чем больше гробов стоит, тем больше вероятность, что кладбище будет. Блин, у слизней ХП это нечто пугающее что-то, прям вот очень. Не ХП, я атака получил. Даже у зеленых, я зеленого еле-еле завалил. Не, вот это, конечно, верстак очень хреново тут стоит. Да, а зачем еще один? А, чтобы тоже... Ну я ачивку. Ну да. А я тоже хочу ачивку. Не, ну то, что вот так вот спуск у дерева, это, не знаю, как-то по мне так не очень прикольно. Суть важно, сейчас главное просто наметить коробку, чтобы нас слизни банально уже не убивали. Можно дальше немножко уже, земли, да, например, накопать. Я предлагаю сделать башенки, чтобы первое время от зомбаков, от всех таких отстреливаться. Ну да. Здесь сделать дверки. Так, сейчас первым делом сделаю, выполню ачивку. У меня следующая ачивка, да, Temple Raider. Да, да, да. Так, крафчу две двери. Да. Крафчу три стула, три стола. Угу. И немножко красивости скрафчу заборчик, деревянный меч. Так, мы на одном уровне здесь делаем, да. Деревянный лук и молоток тоже сразу скрафчу. Так, а, блин, знаешь, что единственное меня напрягает? То, что мы центр не выяснили. Центр от этого дома. Нет! Как так? В смысле центр дома? Сейчас я буду высчитывать. Мне нужна симметрия. Чего? Вообще ни разу не думал об этом. Так, я сделаю себе сразу удочку. Почему стрелы не могу? А, что для стрелы? А, камень, палки.
Камень, дерево. Камень, дерево? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, тынк-тынк. И вот тут два блока серединные как раз. Смотрите, дверь на платформу. Автоматически, когда ты заходишь. Нет, тут там не нужна платформа. Вы слышите меня? Да. Так, дверь автоматически да, открывается. Клево. Ставь платформу, короче, вот как раз в ту дырку, которую я открыл. Именно вот, да. Я предлагаю по краям тоже сделать платформу. Да, думаешь? Так у нас же тут комнаты для нипов будут. Я думал, как обычно сделать по стандарту в серединке этот вертикальный как спуск, подъем и комната во все стороны. Платформа в два блока, она очень поганая. В нее хрен попадешь, надо в три блока идешь. Да нет, в четыре. Тогда в четыре, да, потому что в три это несимметрично. Дима, спокойно. А вот это, конечно, бессмысленно сделалось. Нас захватили белки дом. Не, я планировал посередине продолжать шахту вверх. А зачем ты расширять будешь? Я думал, просто... Не-не-не, это просто башенка, чтобы ночью было легче отстреливать. Я вот тут вот так сделаю. Так, у нас гель. Сколько геля у нас? 10 у меня геля. Надо факелы начать делать. Я сделал 3 факела, я могу еще больше сделать. Еще больше, даже больше, чем 3. Потому что сейчас уже ночь, это все-таки мастер мод, надо очень серьезно подойти к этому делу. Это да, глаза, мне кажется, сейчас будут просто. Андрей, ты можешь что-нибудь такое же, что я построить симметричное? Что? Я тоже не понял. Сейчас. Эч. Я по привычке пытаюсь крюк, у меня его нет. Ага. Так надо стены сразу начать делать. Типа того? Да, да. Только там в дырчество. Смотрите, какой я дизайнер. Так, я делаю стены. Надо сейчас туда стул поставить. Гид, дебил! Зачем он это сделал? У меня есть лук, сейчас все сделаем, не волнуйся. Да я сейчас его запинаю мечом, ладно. А зомби открывают в мастер-моде двери или нет? Не знаю, вот. Слушай, надо гида сразу куда-нибудь переселять, где двери нет. Я вот сюда сейчас закину, у меня есть скрафченный стол и стул. А стен у тебя еще там нет? Сейчас поставим. Ага. Я скрафтил сразу 3 заранее, я сюда... Да, это знаешь, что я предлагаю? На нижнем этаже вообще не делать жительство подходящее, чтобы на нижнем этаже никто жить не мог. Да, мы с тобой как в прошлый раз мы с вами делали? Мы их снизу строили. Я предлагаю, знаете, как сделать? Видел механику, что жителям достаточно 5 блоков в ширину, но просто в эстунду большую построить. Сделаем что-нибудь такое, и так будет проще нам до них бегать. Да. Так, я двери сделал, это удобно. Какого хрена рыба попала к нам в дом? Тут глаза попадут сюда. Да. Есть такой момент. Но вниз она зато не попадет. Я что-то не помню, с каких пор рыбы летающие тебя уронят. Они всегда. Всегда тебя уронят. Что-то меня ни разу не убивала рыба летающая. Потому что они раньше не представляли угрозы особой. Это дождевой моб. Да. Ивент. Ну и здесь тоже построю. Да. Ой, перестрою. Тогда сейчас тут тоже доделаю. Ой, у меня закончились. Можешь там достроить? А, окей. Угу. Блин, удобно, что здесь открываются. В башне нужно сделать эти самые. В башне нужно сделать двери. Так, мне нужен молот. У меня скрафт. Я лучше себе сделаю. Есть такой скрафт. Да, лучше так, сделаю. Сразу я сюда нам втыкаю вот такую радость. Все. О, прикольно. Только не знаю, куда я лучше, наверное, сюда поставлю пока. Штригинец. Так, и можно апгрейднуться. А, мне сегодня факел сделал 10 Flaming Arrow. Что-нибудь еще нужно нам? Вот, можно Я даже не знаю.
Так, я тут платформу еще сделал, чтобы можно было на крышу вставать. Ты не стой там, ты можешь его бить снизу, из комнаты. Он туда не залетит. Я пытаюсь там построить. А, ты меч уже сделал себе на нормальный. Да. Так, а, кстати, гид, да. Его же не получится переселить? Еще да, из Missing a Wall, потому что там выход на поверхность. Надо платформу сейчас. Вот пацаны, так вот. Я застраиваю двери, потому что меня гид бесит, он их пускает. Подожди, сейчас я его... Подожди, вот это надо сломать, тут платформа кривовато поставлена. Не-не, а, ты выход, чтобы там был, ладно. Да, все, гид переселился. Ну, он все еще внизу, но он переселился. Так, у нас пока ночь. Так, мне нужно меч сделать тогда, получается. Да, человеческий. Меч, лук крафтить, да, сразу. Да, лук, кстати. Если найдем паутинку, ее можно будет сделать, она будет очень эффективна. Призрак, что? Оу, а я думал, он только на Хэллоуин. Бывает. Может, это от гробов, от наших? У меня такое подозрение, что это гробы тут виноваты. Блять, лука никакой отдачи. Ауч. Ах ты. Ладно. О, первые зомбаки пошли, мои поздравления. Mm-hmm. Ну и уже в дождевике. Андрей. Я тебя сломаю блоки, забегай. Он и так забежит. А ты ДС, как ты в доме появляешься? Да, да, я появляюсь вот прямо там, где гроб мой. Блядь, Тима Кит сейчас дверь откроет. Ай. Да, Кит такой просто открывает дверь и говорит, я пошел. Стой! А, там зомби был, я не понял, где появился. О, Кит тебя ловит. Возможно, реально лучше гробы все поломать. Сейчас я загуглю. Так, ну что ж. И, мы... а ты будешь монтаж делать какой-нибудь или ты будешь целиком составлять? Я как обычно. О, звезда красивая стала. Написано. Нет, нету на Вики даже статьи про ГОСТ. А, вот ГОСТ Enemy. Environment Graveyard. Да, я так и знал. А... Гробынь! Охренеть, они долго стали ломаться. The graveyard is a mini biome that appears when several tombstones are in close proximity. As the number of tombstones increase, the game colors in the vicinity become gradually more desaturated. Mist accumulates on the ground, and lightning may randomly strike and attack. Graveyards cause ghosts and ravens to spawn, as well as night enemies like zombies and demonites. The sunflower buff does not activate for players in a graveyard. Да, поэтому надо ломать гробы. Хотя только. У меня есть Sunflower. Проблемы в том, что они очень долго ломаются теперь. Ну, надо потихоньку ломать. Что, призраки из-за этих появляются, да? Из-за гробов. Из-за могил, да. Надо их сломать все. Я об этом сказал только что раз 5. Блин, звезда. Ну ладно, давай, попробуй. Вау, вот это было прикольно. Еще и мои монетки собрал, отлично. А, офигеть, он предсказал, что я подпрыгну. Да. Кстати, теперь эти все умнее стали, как они. Как они? Как там? Ну, призываемые сущности. Самоны. Всякие самоны, да, они говорят, умнее стали. Я не могу дотянуться? Нет, не могу. Надо начать копать шахту. Так, тогда я вес так обратно перемещу в несимметричное место. Да, я тоже хотел место. Начать копать шахту. У нас мы можем уже сделать веревку? Нет? Нет. А, или ее вообще нельзя сделать в принципе? Можно сделать из лиан только. Да, но сейчас просто мы сюда идем, как мы выберемся? Будем строить, застраивать платформы. А, точно, да. Забыл про платформы совсем. Так, я вижу справа медь. Подожди, подожди. Все, я... Можешь копать. Я зомбаков. Стреляю. Вдруг шейк посмотрит.
Блин, я только играть, и тем более, о, ты железо нашел, клево. Там еще один гроб у нас с левой стороны на улице. Да-да. Да. Мои. С никами появляются еще. Ай. И... О, веревка. У меня закончился камень, и закончились стрелы. А, попробую сейчас... Recall Potion. Ой, можно без музыки? Пожалуйста, но ради видео. Да-да-да, все кинется. Во имя мидии. Во имя мидии. И других морепродуктов. Ох, я бы от миди не отказался сейчас. Фу, ненавижу миди. Ой, извините за плечи случайно. Ой, еще раз. Не, я сейчас уже не тот, каким я был раньше, поэтому сейчас я... Дима уже не тот. Дима раньше маты запикивал. Мат можно, музыку нельзя. И, короче, я сидел и просто повторял одно матерное слово 2 минуты, и он потом видео это запикивал. Я помню, я смотрел это видео. Это паркур тот. Тима, хочешь метроном? Пи! Пи! Да. Так, у нас шахта неровная, что ли? Нет, подожди, ровная вроде. Нашел. О, я нашел. И медь. О, паутина! Йо-йо! Оу. Подожди, йо-йо из паутины делается? Из паутины и дерева, да. Ага. А я нашел... Как называется эта херня? Вольфрам? Угу. Да, он самый. Ой, ну я сейчас зомби упадет. До свидания. Ты еще и блок над собой зачем? Я пытался меч. А, я пытался зомби заблокировать, но он пролетел раньше. О, коул. Это же глина, да? Можно достать, чтобы потом сделать красивый... Коул? В смысле, какой коул? Коул — это уголь. Клей, я с ума сошел. Думаю, поставить и сделать потом дом красивым. Так, а как мне теперь спуститься? Понятно, не так. Когда прыгаешь, сразу направо заворачивай. У меня ощущение, что... Я так и сделал, я все равно умер. У меня ощущение, что они запас дыхания добавили больше. Да? Гораздо. Да. Что-то я теперь прям очень долго под водой. А у меня же веревки есть. Че я тут туплю? У меня веревки есть. Большая залежь платины, смотри-ка. Ну? Надо кирки сразу будет делать. А, хотя это не эксперт. Может, тут нельзя сразу кирки делать. Может, мы отсосем таким способом. Думаешь, такое? Я даже в эксперте есть... всегда сразу делал платину и шел на червя. Ну да. Уже мастер. Я никогда в своей жизни медь не добывал, а тут мы ее добываем. Блин, там зомби, прям там, где я выкапывал вольфрам. Мне это нравится. Тут еще один охраняет то место, и просто тот зомби, он находится в узеньком этом упадении, мне придется к нему прокопать. Сейчас я тебе помогу со стрелами. Я сейчас... А, ну да, у тебя стрелы же есть. Мне их надо скрафтить, у меня есть камень и дерево. На самом деле, конечно, было бы прикольно, если бы кто-то еще снимал, чтобы я мог переключиться. Не знаю. У меня места очень мало. Если бы у меня было много места, то да. Потому что ты ничего не рендеришь из всего, что ты там делаешь. Нет, то, что я сделал, я уже перекинул, чтобы потом отрендерить. Но меня просто сейчас я игру поставил несколько, и у меня вообще место кончилось. У меня вот одна Rainbow Six весит 80... А, нет, 120 гигов она весит. Это много, да? Какую говно я играл? Типа... Ну, для этого, да, много. Это очень дохера. Игра 120 гигов. Хотя да. Странно, что теперь кирка... Чем ты это сделал? Ты сдохнуть опять захотел? Нет, сейчас я все... Нет, тут призрак, опять призрак. Ой, новая музыка. Вроде какая-то появилась. Ой, я музыку отключил, кстати. Ой, я опять без звука тоже играю, да. Вообще новая музыка. Так, о чем я говорил? Я скрафтил ее. Broken Wooden Yo-Yo, ну конечно, 6 уроков. Надо еще одно делать. Я о чем-то говорил, я забыл уже о чем. Смотри, Дима, как Yo-Yo эффективно с ними справляется. А, да-да-да. Это при том, что оно у меня еще Broken. Ой, призрак. Тоже сейчас пизды получит.
Или ты. Печку уже сделали? Нет, еще. Но я сейчас сделаю. Потому что у ее хороший нокбэк. Нахер ты это делаешь? Да в смысле? Я не думал, что он... Я не думал, что он внезапно на меня переключится. 22 сильвера я дропнул. А из чего печка делается? Что-то я не понял. Из камня. Факелы и камень. А то почему не крафтится тогда? Мне факелов не хватает. Что-то я не хватает, скрафтил ее. Паутины не хватает. Не, мне принципиально интересно, почему мне... А, у меня есть печка, вот. Как так мало урона сейчас получил, я не понимаю. 28. А. Так, я убил призрака. А ты не сам в Аверху упал? Нет. О, это прикольно было, что он на меня был отвлечен. Так, могилу почему ломаем. Только 4 серебра. Я дропнул 22. А, 29 серебра у меня, все окей. С могилой есть лайфхак, ты просто ломаешь. А, ломаешь блок под ней, да. Я не понимаю, что с этой могилой происходит, она у меня не падает. Она еще просто не приземлилась. Она вообще, а ее там нет. Дима, год. А, Дима, да год, чего 210 они? 210 хп. 210? Что могила, что? Стоит. Да, у него 210 хп. У него стоит три могилы в этом доме. До свидания, стоит. До свидания. А-а-а. 29. Жесть. А у нас есть... Давайте скинем все серебро в одного человека, чтобы у нас получился один голд, чтобы к нам пришел торговец. Если оно у нас осталось. У меня ноль монеток, вообще ноль монеток. У меня все дропнулось. Теперь что, реально все дропается? Бог! Ну, я думаю, в этом моде, да, все дропается. Так, из чего ее еще раз... Паутина и дерево. Сколько... Чего? Сколько паутины? Сейчас у гида спрошу, 20, по-моему. Так, я тут поставил блок. А, ну туда у меня хватает. Её крафтится из 20 паутины, ага. И 10... Да, я сделал. Так, у меня forceful. А у меня broken. Ну да. Упс. Так. Блин, так, вот могила прям в доме. Ломает? Андрей, ты сдох прям в доме и не сломал могилу. У нас вот могила еще. Понятно, у нас где-то дело, призраки будут спавнить. И ты просто спускаешь сюда и сразу же умираешь. Я, конечно, тоже умру. Ой, тут рыба-птица. О, да, все. Реалом продлен. Только что. И он ни хера не 400 рублей. А сколько? 7 евро это сколько? Не знаю. 500 рублей. Так, я пойду еще посмотрю на районе, есть ли где-нибудь у нас киток с того. Вот прямо у дома стоит, почему не ломаем? А, там ночь была. Ну там уже такое, там сейчас ночь. Дома она ломается. Кто? А, ее вначале надо, чтобы она приземлилась. Вот, если она приземлилась, теперь можешь сломать блок по одним просто. Это быстрее.